Всем привет! Сегодня хотел бы рассказать о стильных смарт-фитнес-браслетах от компании Caspet. Это долгожданная новинка от компании. Модель Tank X1 привлекает тем, что это полностью влагозащищенное устройство. Выдерживает погружение до 10 атмосфер, до 2 недель в режиме работы. Крутейший AMOLED-дисплей диагональю 1,47 дюйма и разрешением 194 на 368. Ну и чуть-чуть, несколько датчиков для отслеживания здоровья и крутейший процессор, от которым он работает. Управление через мобильное приложение, ну и многое другое. Собственно, на коробке у нас здесь все это указано. Стекляшка Gorilla Glass, как я уже говорил. Металлический корпус, несъемный ремешок. Ну, здесь различные функции, которые есть, калькуляторы и многое другое. До 70 спортивных различных режимов. Ну и быстрая синхронизация со смартфоном. Видите, какая красивая коробочка нам производитель создал. Так, после того, как распакуете, инструкция лежит под данной вот вкладочкой. Я ее тоже не сразу же обнаружил. Инструкция на нескольких языках, но русского, к сожалению, нету. Из инструкции вам, скорее всего, потребуется QR-код. На какой-то странице он здесь присутствует. Для установки мобильного приложения Caspet Fit. Ну, если что, можно ознакомиться здесь. И также есть гарантийный талон. На тыльной стороне коробки здесь краткие технические характеристики. Ну и плюс такое вот ложе для самого браслета. Не пострадает, очень плотное. А мы перейдем к самому браслету. Как я уже говорил, здесь AMOLED. Для смены экранчиков мы нажимаем. Олеофобное покрытие, так что следов не остается. Для смены экранчиков нажимаем на центр и некоторое количество удерживаем. Как видите, здесь довольно большое количество. Углы обзора просто шикарнейшие. Ну, мне вот понравился немножко другой. Сейчас мы обратно на него переключим. Ну, а здесь есть и цифровое. И сами часы очень хорошо отображаются. Так, корпус металлический, две кнопки управления. Сверху Gorilla Glass с олеофобным покрытием. Ремешки у нас несъемные, но, судя по всему, здесь держится на винтах. Я думаю, что это можно все сделать. Регулируем ремешок, силиконовый, металлическая пряжка. Снизу датчики, магнитная площадка для зарядки. Да, кстати, вот магнитная сама площадка. Она устанавливается только в одном положении. Очень удержание хорошее, оно не отпадает. Ну и провод порядка полуметра длиной. На часах у нас присутствуют надписи. То, что это модель Tank X1. Здесь кнопка включения, кнопка спортивных режимов. Можно сразу же спортивные режимы включить. Здесь их очень много. Ну, для подтверждения уже нажимаем. И у нас спортивный режим пошел. Выключили. Так, правая кнопка используется для включения-выключения экрана. Выход в предыдущее меню. И из главного меню у нас может также перейти в другие. Свайп сверху вниз открывает краткие настройки. Здесь у нас есть регулировка яркости, поиск телефона, QR-код для загрузки приложения и для подключения к смартфону. Также здесь есть экономия батареечки и переход уже в более глубокие настройки. В более глубоких настройках заставка, циферблат, все здесь настраивается. Очень довольно большое количество настроек. В том числе язык можно выбирать самих часов. Видите, два режима яркости. Это яркость самого часов. И яркость отображения, то, что сколько по времени он будет часы не засыпать. Определение на тренировки.
Энергосбережение, загрузить приложение о системе. Здесь модель указана и адрес. Свайп снизу вверх, приложение, указывается уведомление, которое приходит. Свайп слева направо, тренировки, текущее состояние, пульс, кислород, сон, кровяное давление. Прочитать сообщение, будильник, музыка, частота дыхания, также режим дыши, калькулятор, секундомер, таймер, удаленная камера, поиск телефона, настройки. В настройках мы уже были. И свайп справа налево открывает все снятые показания с данных часов за текущий день. Здесь у нас есть калории, расстояние, шаги. Можно посмотреть более детально, со скольки до скольки времени это было. Сколько у нас задано? 6000 шагов. Мы 5300 уже сегодня прошли. Дальше у нас идет вкладка сон. В часах я спать не люблю, но можно ее будет убрать чуть дальше. Пульс. Пульс на колбаске и на кожаном руле, к примеру, не отображается, не снимается. Так что это вам на будущее. Здесь датчик очень хороший стоит. Кислород в крови, ну и можно добавить, убрать элементы, к примеру, погода, музыка, ну и можно убрать этот же сон, к примеру, если он нам не нужен будет. Вот так вот выглядят смарт-часы от компании Casped, модель X1, они только появились в продаже, и я думаю, что они завоюют популярность, все-таки очень достаточно стильно выглядят, долго работают и крутейший AMOLED-дисплей. Всем пока!